Доброго дня, шановні вболівальники. Розпочинаємо жеребкування до фіналу 4 Кубку України з гандболу серед жіночих команд. До фіналу 4 Кубку України з гандболу потрапили галичанка міста Львів, команда дніпрянка міста Херсон, команда Реал міста Ніколаїв та команда ТНЕУ Енерго міста Тернополь. Дуже приємно, що до фіналу 4 потрапила команда з вищої лізи. Це всім нам показує, що границ сьогодні практично не існує, що кожна команда може сьогодні участвувати і претендувати на победу в Кубку України. Я представлю сьогодні всіх, хто участвує в этом, в нашому дуже важливому событі. І, як ми всі сьогодні говорили, праздника гандбола. Государственный тренер Міністерства культури, молодежи і спорту, мастер спорту СССР Александр Владимирович Чайченко. Заслуженный тренер України, тренер національної збірної команди України Валерій Ніколаєвич Войнолович. Главный специалист детско-юношеского направления, работник Федерации гандбола Украины Богдан Тимошенко. Главный специалист направления развития студенческого гандбола Наталья Петровна Корниенко. И наш всеми любимый и уважаемый пресс-атташе и человек, отвечающий за все, что с ним происходит на просторах интернета, Фейсбука, Инстаграма, на сайте Федерации и в других направлениях, это Сергей Цукило. Представитель комитета по организации проведения чемпионата Петрушевский Евгений Иванович. Приглашаю я для первого нашего события, так скажу, Валерия Николаевича Войноловича. Для наших болельщиков я объясню суть нашей жеребьевки. Номинальная корзина, она же ваза, мы долго думали, как ее назвать. Это будет для номинальных команд гостей. Первым мы определяем пары команды гостей. Пожалуйста, Валерий Николаевич. Хороший, не горячий, не холодный. У нас уже определилась одна команда гостей. Владимир Александр Владимирович, я уже ваше действие. Пусть повезет этой команде. Я думаю, давайте так, пусть всем повезет. Теперь мы определяем первую пару финалистов, полуфиналистов. Первая пара полуфиналистов. Еще раз напоминаю, в этой корзине у нас команда гостей, в этой корзине номинально команда хозяев. Приглашаю для определения первую команду хозяев Богдана Тимошенко. Богдан. Галичанка. Команда Галичанка. Богдан, отдай бумагу. Первая команда номинальных хозяевов. Команда Галичанка. Вторая команда, которая входит в эту пару, я сейчас вам представлю. Открываю при всех.
Главное, чтобы не было вверх ногами. Вот так вот. Я думаю, все уже увидели, что за команда. Команда «Реал Николаев». Очень-очень интересный будет первый полуфинал. Команда «Галичанка», напоминаю, хозяева, и команда «Реал» – номинальный гость. Первая пара у нас определилась. Вторую пару определит нам Валерий Николаевич. Команда гостей. Ой, команда хозяев. Команда ТНУ «Энерго», місто Тернопіль. Команда ТНУ «Енерго», город Тернополь. Команда «Сюрприз». Хозяин второй пары. Александр Владимирович. Никто не знает. Мы еще не знаем. Непрямка. Нет, не Непрямка. Нет. Непрямка, город Херсон. Команда гостей. Непрямка, город Херсон. Еще раз напоминаю нашим болельщикам. Первая пара полуфинала Кубка Украины. Это «Галичанка», город Львов, и «Реал», город Николаев. Вторая пара — ТНУ, город Тернополь, и «Днепрянка», город Херсон. Напоминаю всем нашим болельщикам, что финал четырех Кубка Украины пройдет с 16 по 17 мая. Город, принимающий данное событие, будет определен методом тендера. Все желающие города будут принимать участие в этом тендере. О месте проведения финала четырех Кубков Украины мы сообщим вам чуть позже, с учетом проведения тендера. Первый онлайн жеребкувание финала четырех Кубка Украины у нас прошел. Я думаю, все, что начало, это всегда хорошо. Надеемся, что такая же будет у нас и финал четырех Кубка Украины. И еще раз хочу акцентировать внимание, что сегодня Кубок Украины — это, наверное, самые демократические соревнования, где можно командам разных уровней, разных направлений все-таки выйти до самых главных, наверное, соревнований этого года. Финал четырех Кубков Украины. Спасибо вам, спасибо всем. До новых встреч. До свидания.